Курсе. Мы были в тройной маме. Если в ноутбуке и учиться вы на борт, на смотрение сейчас. Я выйти лекарства. И это было настолько круто, что все не описать. Фантазия чая. Понес я в буддийский храм, походы, ступы, практики. Всем рекомендую. Я уже снова пакую чемоданы в Гималай. Увидимся. Всем большое намасте. До свидания. Это мой отзыв о ретрите в Гималаях. И когда-то я побывал в конце ноября, в начале декабря. Вот. Ретрита дружили мои педагоги, которых я очень люблю. В Ленинграде, Таша, Анастасия Елисеева и Татьяна Малова. Это проект такой «Вальгиды и ветер, войди в поток». Это трансформационное путешествие, которое за очень короткое время меняет человека. Вот. И я хочу оставить отзыв об этом путешествии. Оно реально изменило. Очень круто. И внутренне, и внешне. Внешне это были занятия по вокалу, прогулки, походы, йога. А внутренне это были какие-то такие трансформации, которые идут до сих пор. И я не мог записать даже этот отзыв, потому что они идут, 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 идут. Вот. И что мне больше понравилось? Да все. Во-первых, еда, новая культура, кухня, экскурсии.